Друзья, всем привет, понедельник. Мы в Тосморе, пляж Diamond отеля. Сейчас идем мерять здесь температуру воды. Песок просто раскаленный. Снимаю тапочки, боюсь по нему идти дальше, потому что он просто раскаленный. Жирафчик мой показывает в тени. Почти 34, это в тени. Сколько сейчас на солнце, честно, я не знаю. Но вроде как на 2 градуса в среднем чуть меньше, чем было вчера, позавчера, но ой, я уже забыл, что тут камушки. Я здесь еще не купался в этом году. В этом месте я еще не купался. Интересно, сильно ли будет вода отличаться от Клеопатры, температура воды. Время почти 4 часа, время раннее, очень-очень жарко. Ну так привыкнуть надо, она такая освежающая, я бы так выразился. Ай-яй-яй-яй! Холодно. Все, меряем водичку. Покупаю здесь. Я люблю эти пляжи до самого Димча. Я обожаю это море здесь, Тосморе. Ай-яй-яй-яй, я отвык уже от камней. Привык на Клеопатре купаться. Все, жирафчик уже работает, друзья. Там пляж отеля «Релакс». Зашел к ним в переодевалку и не понял, работает она или нет. Ну и, кстати, людей мало. То ли потому, что жара, людей не очень много на лежаках. Душики работают. Вот переодевалка, как бы кабинка была открыта. Ну, в ней не было света, и в ней какие-то вещи лежали. То есть, ну, такое впечатление, что она не работает, а просто под склад используется как. Diamond, привет, Ара, дружище. Привет всем, кто любит отель Diamond Resort and Spa, который там вот выглядывает дальше. Я думаю, что вода будет около 27, друзья. Хотя на Клеопатре, наверное, она теплее, конечно. Немножко, слегка на Клеопатре теплее. Так, не надо присесть всему, чтоб я был. Блин, только сказал присесть хочу, и тут какие-то пузыречки не совсем чистой воды, волны. Ай-яй-яй, осторожно, мы их пережили. Волны, блин, большая была. Вау, не представляю, как вы днем на море, друзья, если честно. Я-то всегда иду, когда уже солнце почти не светит. Пошла водичка не совсем чистая, немножко куда-то принесло. А, капец, на солнце жесть. Так, еще полминутки, и можно будет смотреть. Я хочу купаться, потому что я не могу стоять так, хоть в воде, хоть водой закрытой будешь, да? А так стоять на месте, освещаться солнцем. Я голову полностью мочу, и она у меня за 10 минут, чуть больше 10 минут, полностью мокрая голова, с которой стекает. Она у меня полностью высыхает и нагревается. То есть очень жесть вообще на солнце. Мальчик, не брызгай, пожалуйста, сильно. Вода чистая, хорошая, это просто вот какой-то вот здесь вот небольшой след от чего-то, откуда-то кто-то что-то где-то сбросил, маленькое такое идет, неприятное немножко, нельзя сказать, что сильно ужасное, но что-то вот пенка какая-то загрязняющая. Спасибо волнам, что они мне дали померить. Сейчас будем выходить, надо сначала выйти, наверное, а потом смотреть. Боже, я уже чуть ли не по шею стою, еще и волны. Хочу выйти аккуратненько. Отвык ходить по камням немножко. Так, волны, вы меня подтолкнете? Или нет? Или вы толкнете меня? Толкать меня нельзя. Ага, спасибо. О, супер, спасибо. Спасибо, волны. Итак, друзья, смотрим. Ну, вы знаете, она... Друзья, она 28. Она 28. Четко можно сказать, что она 28. Вот даже здесь. Даже здесь вода 28. Понедельник сегодня, Алания. Тосмур, пляж отеля Diamond. Всем теплого моря, хорошего отдыха. Тем, кто здесь находится, Ромка пойдет купаться. Здесь в этом сезоне я не купался, а места эти я обожаю, это море. Довольно много людей. Несмотря на жару. Фух. Вот так вот, 28 здесь. Тогда я боюсь представить, а на Клеопатре сколько. Если еще больше.
Но песок реально, песок, просто на него наступить невозможно.